Как правильно одеваться в мороз? Правило первое. Одевайтесь как капуста. В идеале это должно выглядеть так. Первый слой вашей одежды – это мягкая майка или футболка, желательно хлопчатобумажная. Затем должна идти свободная водолазка или рубашка, а сверху свитер. Между каждым слоем одежды будет теплый воздух, который согреет вас на улице. Правило 2. Куртка или пальто должны сидеть по фигуре. Дело в том, что под слишком свободную верхнюю одежду, например, расклешенную шубу, будет задувать холодный ветер. Правило 3. Не надевайте в мороз короткую куртку. Бедра обязательно должны быть закрыты, ведь, как предупреждают врачи, именно мочеполовая система и почки – самые чувствительные к морозу органы. Правило 4. Наденьте капюшон на шапку. Не стесняйтесь в мороз это делать, пусть выглядит и не очень эстетично, зато оправданно. Правило 5. Наденьте на руки варежки. В варежках пальцы буквально греют друг друга, так что в мороз они гораздо предпочтительнее перчаток. Главное условие – рукавички не должны быть тесными, чтобы не мешать правильному кровообращению. Правило 6. А вот обувь не должна быть впритык. Покупайте обувь с небольшим запасом, чтобы можно было поддеть под нее шерстяной носок. Также на обуви важна высокая подошва, чтобы в нее не попадал снег. Правило номер 7. Перед выходом на улицу снимите с себя все металлические украшения – кольца, сережки, пирсинг и так далее. Дело в том, что металл реально может прилипнуть к коже или слизистой рта, а это никому не нужно.